Всем-всем большой-большой привет! Добрались мои руки до помад. Как и обещала по многочисленным буквально запросам показать все свои помады. Год назад я делала подобный ролик и показывала все, что у меня было на тот момент. Но за год много чего прибавилось, что-то мы с вами забыли, как выглядит. И поэтому думаю, что такое обновленное видео тем, кому это интересно, принесет большую радость. Сразу изначально, как и многие уже блогеры замучились говорить, хочу ответить на два постоянных вопроса. Это «Зачем тебе столько?» и второй вопрос, не менее важный, «А как же сроки годности?» Девочки, насчет сроков годности. Я взрослый человек, который адекватный и умеет смотреть на сроки, может их высчитывать, распределять, определять. И как и в холодильнике, если у каких-то продуктов заканчивается срок годности, я это вижу по внешним признакам, я выкидываю продукты, независимо сколько они стоят. То же самое с косметикой. Если я вижу, что продукт пора выкидывать, я его безжалостно выкидываю. Не переживайте. Зачем мне столько? Этот вопрос можно задать тем, у кого нет канала, и, может быть, он там неразумно покупает и складывает. У меня бьюти-канал. Если у меня будет одна помада и одна палетка теней, у меня будет столько же подписчиков. Один. Но так как у меня подписаны на меня люди, которые любят косметику, как и я, то косметика будет пополняться, старая выбрасываться, если что-то не истратилось, новое прибавляться, и мы будем с вами смотреть сводчи, получать удовольствие. И поверьте, вот буквально каждое средство, которое вы сейчас увидите, оно себя отработало хотя бы по сводчам и по удовольствию, которое мы с вами получаем, когда мы на них смотрим. Поэтому все, на эти вопросы я отвечать даже не буду, потому что они надоели, если честно, не только блогерам, но уже даже подписчикам, которые смотрят постоянно подобные каналы. Все, болтать больше не буду. Давайте самое главное удовольствие – это посмотрим, что у меня есть сверху. Ничего люксового вы здесь не увидите. Если вы хотите увидеть люкс, нет, здесь будет масс-маркет. Если вы будете переживать, зачем мне столько надо купить два самых дорогих люкса, то я с вами не согласна. Когда у меня дорастет кошелек и мои запросы до люкса, он у меня появится. В данный момент это то, чего я получаю удовольствие, то, чему я рада. Ну все, болтовня закончилась. Переходим к главной части. Вот этот контейнер, это у меня стоит контейнер в косметичке. В моем ящичке в комоде, и он всегда вот так вот полностью набит. То, что в нем не находится, это вот эта вот часть, это Project Pen, а вот эта вот часть, которая здесь, это косметичка месяца. То есть обычно такое количество всегда вне этого контейнера. То есть он у меня всегда примерно вот так вот выглядит, а это вот к октябрю вернется сюда, но в октябре ровно столько же выйдет отсюда. И поэтому вот эта смена постоянная. То, что находится в Project Pen, я совсем недавно показывала. Не знаю, смысл есть или нет повторяться. Но, наверное, если смотрим, будем смотреть все. Все, болтать заканчиваю. Начинаем определиться бы с чего. Но давайте вот Faberlic попадается. Давайте с него и начнем. Это Sugar Blush, как я понимаю. Это наливное, как-то так называется. Наливное средство для губ и щек. Можно использовать на губы, можно использовать на щечки, как румяна. Я брала вот в таком оттенке 47-51. Артикулы я не буду называть. Давайте посмотрим. Вот так оно выглядит. Дождалась я дневного освещения, поэтому, думаю, максимально приближенные к натуральным будут цветам. Хотя мне камера, кажется, чуть-чуть светлее делает. Вот. Мне больше нравится вообще, когда электричество светит. И мне кажется, самое точное получается освещение. Так, давайте теперь... Ну, пойдемте по Faberlic тогда. Так и будем его находить. Я вижу вот такие похожие между собой футлярчики. Может быть, что-то будет повторяться, потому что мне что-то дарили, а что-то покупала я сама. 46-16.
Я буду показывать только артикулы, потому что название не помню. Очень красивая вот эта помада. И вообще вот эта линейка, наверное, моя любимая Faberlic. Так она смотрится. Часто пишут, что у вас одинаковые оттенки. Это не так, потому что камера немножко их, конечно, сливает. На самом деле это не так. 46-12. Вот такой прямо нюд в коричневый уходящий. Вот эта помада, вот именно в этой серии, она такая какая-то полупрозрачная, что ли. Плотно она не ложится, ложится очень так спокойненько. А вот эта другая была лимитированная летняя какая-то серия, 42023. Она похожа на эту, но здесь на колпачке написано Faberlic. Вот на этих не было такого, а здесь, видите, на колпачке. Она уже более яркая, такой летний вариант, но все равно остается полупрозрачной. Вот так. Наверное, надо было их открытыми оставлять. Ну ладно, еще доберемся. И 45-99. Эту помаду я купила второй раз. Первый раз мне дарили, второй раз я купила сама, потому что она стала моей любимой. Вот она ложится плотнее, чем все остальные. Такая вот она красивая. Дальше от Faberlic есть вот такая серия с окошечком. Так, все. Да, с окошечком больше не вижу. Ну, давайте ее смотреть. 4.00.65. Она ложится уже поплотнее, прямо так чувствительно. Такой оттенок. И 4.00.74. Если не видно, то я не буду уж тут пытаться как-то, чтобы было видно, потому что я думаю, на слово мы друг другу верим. Читать я вроде умею цифры, поэтому если не сфокусировалась, ничего страшного. Вот такой красивый цвет. Этот более в малиновый уходит. Если первый в коралл чуть-чуть уходит, то второй в малиновый. Сочный такой цвет. От Faberlic почти все помады недавно купленные, поэтому они более полненькие. Это уже третья серия, даже четвертая, если вот тут две просто похожие серии. Все по колпачкам можно определять. Тут уже полностью закрытый темный колпачок. Оттенок 45-86. Она у меня совсем новая. Один или два раза я ей воспользовалась. Тут уже более плотно ложится, прям вот насыщенный цвет дает помада. И она может подтаивать на жаре, поэтому хранить ее надо правильно. И 45-98 оттенок. Она уже такая более розовая, более светлая, но также ложится плотно и видно, текстура совсем уже другая, отличается от предыдущих. Тут я не докрасила, да. Не плешивят. Все, даже которые полупрозрачные, ложатся хорошо. Помады от Faberlic, я считаю, что они высокого качества. Поэтому на них можете смело обращать внимание. Достойные помады. От Faberlic из старой серии у меня осталась одна помада. Если честно, она у меня должна быть в Project Penny, но я ее в тот момент не нашла. И так она у меня отдельно болтается, но я ее все равно буду тоже добивать вместе с Project Penny. Ее осталось немножко. Она очень похожа вот на эту серию полупрозрачную. Тоже ложится так же. Мне кажется, это вот как раз эти помады и были переизданы вот в ту серию.
Вот так она смотрится. И она у меня... Вот я ее сейчас сюда поставила, из сумочки вынула. Она у меня живет вообще в сумочке. Поэтому поставлю я ее, пожалуй, вот здесь. От Faberlic, если далеко уже не уходить, так по нему пробежаться, то есть одна из новых помад 44-110. Вот так она выглядит. Называется модельер цвета. Не оттенок, а линейка. Это недавняя такая помада. Вот так она выглядит. Очень удобный футляр. Он фиксируется. Давайте посмотрим. Плотное нанесение. Яркое такое. Яркие цвета. И цветоотдача очень хорошая. Достойная помада. Мне кажется, в зиму это прямо классный вариант помады. Но она не стойкая. Вот у них сейчас стойкая появилась, но я не могу застать на складе тот оттенок, который мне хочется. И я его, если застану, то куплю. Из стареньких у меня еще есть, тоже бы в Project Pen надо было отправить, но просто боюсь перегрузить этот проект. Ну и такое большое количество я не справлюсь с этим проектом. Просто в Project Pen я взяла те оттенки, которых осталось чуть-чуть. То есть они, возможно, очень классные, может быть, новые помады, но осталось чуть-чуть, поэтому я их туда и отправила, чтобы уже добить по капельке. Вот такой полуматовый, красивый, полуглянцевый тоже оттенок. Это была летняя лимитка. Не этого лета, а прошлого. Очень красивый дизайн. Конечно, мне жалко, что Faberlic перестали так делать. Они летние дизайны делали особенными. А в этом году летний дизайн ничем не отличается от постоянных линеек. То есть вот это вот намного красивее. Дальше. Так, что, все? Где Faberlic? Вот еще есть Faberlic. Их тут у меня три, но покажу только две, потому что я одну купила случайно два раза. Давайте я одну сразу сюда поставлю. Эта линейка чем хороша, что у нее есть, видите, зеркальце очень удобное. 43-033. Вот так выглядит. У меня их аж две штуки. И сейчас мы с вами ее вот здесь нанесем. Очень хорошее плотное покрытие. Она идет полуматовая, кажется, так называется. И смотрится очень красиво на губах. Ярко, сочно так. Ну вот как-то я так получилось, что купила аж две штучки. И второй оттенок 43-038. Это очень сочный, яркий цвет. Я тут тоже немножко не рассчитала. Если я тех взяла аж две, то тут я не тот цвет взяла. Но все равно я приучаю себя разные оттенки пробовать. Вот на камеру, как я вижу, они так похожи, но на самом деле оттенки разные. Это прямо яркая такая. Тут и фуксия, и краснота. А верхняя, она очень сочная, но более спокойный такой цвет, хотя уходит куда-то в бордо. Вот. Вот такая вот яркая. Конечно, камеры искажают. Ладно, моя искажает, еще, возможно, искажает и ваша. И поэтому такие вот сводчи, они могут быть не совсем правильными. Так, это я все стираю, а то рисовать негде. А выше я не люблю на руках, когда рисовать. Все, восстановили руку. Продолжаем. Ну, от Faberlic давайте я еще вот отсюда покажу, из Project Pen. Раньше была такая линейка Eye to Eye. У меня в ней осталась вот эта помада. Она такая с перламутром. И для меня красивый оттенок имеет. Немножко уходит в коралл. Есть сатин, но как будто бы этот сатин с блестками. Но на самом деле там блесточки. Но они настолько мелкие, что выглядит она сатиновой, как будто это просто перламутр. Так, ставим сюда. И
Больше, наверное, я не вижу от Faberlic. Но если вдруг и встретим, то я потом позднее покажу. Давайте от Mary Kay посмотрим помадки. Вот это их знаменитая линейка. Вот тут тоже есть она. У меня их аж 4 штуки. 4 благодаря Оксаночке. Она мне прислала. Так, поскрипим чуть-чуть. Ну, давайте смотреть. Я не буду оттенки показывать. Вот такая она. Прямо рыже-коричневая. И вот так смотрится. Красивые вот эти оттенки. Они без проблем ложатся на губы. Второй оттенок. Такой прямо нюд. Уходящий в коричневый, но все-таки это нюд. Вот такой спокойный, спокойный, красивый оттенок. Следующая яркая. В коралл уходит цвет. Она полуглянцевая такая. И эти помады лучше не наслаивать. Потому что вот когда начинаешь наслаивать, она начинает как-то, вот видите, скатываться. Где-то густо, где-то пусто. Поэтому, чтобы не было проблем и было хорошее нанесение, то вот сколько нанесли без злоупотреблений, этого будет достаточно. И четвертый оттенок. Я им еще не пользовалась, только раза два. Он вот такой вот уже сочный прямо. И более плотно ложится, и такой сочный цвет. Вот так выглядит. Я буду такой яркой пользоваться зимой. Также есть вот такие две помадки. Одна у меня в ежемесячном косметичке. Вот такое у них оформление. Давайте их посмотрим. Это еще не пользовалась, только-только она ко мне приехала в подарок от Оксаны. Такой сатиновый оттенок, достаточно она плотная и уходит в коралл. И вторая, очень красивый цвет, только я ее нечаянно надломила. Но она немножко суховатая, кажется. И я под нее бальзам наношу для губ. Она уже смотрится, знаете, эффект металлик. Мне кажется, наверное, она должна быть так и заявлена. Прям металлический такой оттенок дает. Мне кажется, она идет как металлик. Но я не знаю, это я так придумала. А как уж на самом деле, не знаю. И еще есть вот такие. Раз, два и три помады. Тоже от Mary Kay. Но уже вот в таком оформлении. Оксана меня снабдила, так что я счастливая обладательница. Тут Mary Kay уже вот не на колпачке, а на самом футляре, где стик. Очень красивый оттенок. Прям вот этот мой стал любимым. Вот так он смотрится. Это прям вот на данный момент один из любимых оттенков из Mary Kay. Второй оттенок сочный, такой винный. Вот такой вот он. Прямо вино. И третий оттенок уходит уже в коричневый. Тоже сочный, но такой коричневый оттенок. У этих помад очень удобный вот сам стик, срез, прямо форма губы. И вот так вот смотрится. Вот они все три сочные, яркие, красивые. Но вот это нет, а вот раз,
2 и 3. Это вот эта линейка. Очень легко ложатся, мягкие такие текстуры, удобные. Так, дальше-то, к чему дальше рука потянется у нас? Ну вот я вижу от ламель у меня раз, и где-то от ламель еще одна есть. Наверное, вот здесь. Так быстро-то и не вижу. Ну, в общем, где-то их было две. Может быть, сейчас третьим. А, вот, нашла. Вот они. Две у меня есть от ламель. Очень понравились мне помадки от них. У меня в двух оттенках. 16 и 27. Давайте смотреть. 27. Недорогая помада, а качество очень хорошее. Тут никакого сатина, никакого перламутра. Вот такой спокойный, хороший цвет. Легко наносится, легко распределяется. Вообще прямо беспроблемная такая помада. Так, за камеру не выбежать. И 16 оттенок. Вот так. Он уже более сочный, более яркий. Стейки вот так. На руках вот так. На моих губах очень ярко она смотрится. Но вот даже так видно, не знаю, вам видно или нет, но в стике она вот достаточно такая сочная. Чуть-чуть из-за дневного света камера делает светлее цвета. На самом деле все понасыщенней. Прямо такие они сочные достаточно. Две помады есть от Диваш. Они ко мне приезжали в коробочках красоты. Было три, одну я подарила. И вот давайте смотреть, какие у меня остались. В третьем оттенке. Вот эта серия очень похожа на ламель. Диваш и текстура, и по качеству. Также плотно ложатся. Вот ощущение, что я продолжаю показывать одну линейку, только другие цвета. Вот. Тут уже такой нюд, но уходящий в коричневый. Ну, даже не в коричневый, а так как плотная текстура, то такой сочный какой-то нюд получается. Вот у меня, видите, рука даже тянется ставить их вместе. И 10-й оттенок. Это единственная красная помада. Но я думаю, она у меня будет просто лежать в коллекции. Пользоваться я ей так и не буду. Не научусь я никогда. Даже не то, чтобы не научусь. Мне не идут красные помады. Вот. То есть это такой факт. Вот. Вот так она выглядит. Она очень сочная, яркая. Но на моем бледном лице с желтоватым подтоном она смотрится некрасиво. Вот. Вот такие вот. Сейчас я красиво поставлю. Вот так. Следующее. Ну вот от Mary Kay вижу блеск для губ. Он у нас, по-моему, один. Давайте я вам его покажу. Нет, где-то еще один был. Найду, покажу. Блеск для губ от Mary Kay. У него очень удобная вот эта вот кисточка, спонжик. Немножко липкий он. И очень-очень вкусно пахнет. Прямо очень вкусно пахнет. Следующая помада. Давайте я вам вот от Jade покажу. Вот так вот у нее лейбл. Здесь 160-й оттенок. Я не знаю, что это за линейка. Ну вот видно, True Color. Наверное, это и есть линейка. Сочная, яркая. Тоже выбито название фирмы на самом стике. Так, забыла стереть. Она плотно ложится, сочно, красиво. Это такой осенний вариант. Прямо очень красивая она. Кому идут такие цвета на губах, будет вау.
Для меня это достаточно смелый цвет. Я люблю более светлые. Но осенью и зимой в мороз для меня это тоже носибельно. Так, все стираю. Те цвета, которые на мне... Ой, даже диска-то не хватает. Настолько сочные цвета. Причем некоторые прямо так отпечатываются. Я не знаю, видно вам или нет. Вот, что даже оттенки не сходят полностью. Мицеллярка не справляется. Кстати, мицеллярка мне помогает, все та же от Гаринье. Все, меня учат, как правильно говорить, Гаринье или Гарньер. Я считаю, что оба варианта правильные, потому что они понимаемые людьми. Одни говорят на английский манер, другие на свой манер. Поэтому в любом случае мы друг друга понимаем. Все, пока зубки заговаривала, вроде бы оттерла. Дальше давайте от Maybelline посмотрим все, что у меня есть. Есть моя просто любимая помада, хотя она в Project Penny, но мне ее жалко с ней расставаться. Но хочется все равно добить, потому что осталось чуть-чуть. 255 оттенок, это была какая-то лимитка, как мне кажется. Потому что я их не встречала нигде и никогда. Мне ее прислали в подарок. Юленька, вот такой красивый цвет. Кто не любит блестки, вам не понравится. Оттенок а-ля 90-е. Но он такой для меня красивый. Мне просто это идет. Вот. Такой оттенок мне идет. Она полупрозрачной смотрится. Выглядит блеском, но блеск, который не липкий. Поэтому она... Этим и хороша. Так, от Maybelline есть вот такая помада. Я не знаю... Ой, что-то у меня падает все. 705 оттенок. Но я не знаю, что уже тут за серия. Выглядит она так симпатично в форме стика помады. Единственное, вот, как Елена говорит, жалко, что не видно, сколько осталось. Она наносится вот таким очень хорошим спонжем, приятным. И на губах смотрится прозрачным блеском. Видите, ложится она как блеск. Больше не как помада, а как блеск. Может быть, это и есть блеск. Не знаю. Ну, вот такая. И две от Maybelline у меня есть вот из этой линейки. Нет, тут название. Ну, давайте смотреть. Магнит Косметик, в Улыбке Радуги таких много. Они... Не сильно дорогие, до 200 рублей. Бывают даже две по цене одной. Там, ну, очень выгодно. 173 оттенок. Первая помада. Такая она симпатичная. Одну покупала я сама. И одну мне присылали в подарок. Сочный цвет. Ложится легко, плотно. Ровно. Никуда не растекается. Носится замечательно. И вторая, 178 оттенок. Она уже чуть темнее, но в ней есть блестки. Вот. Но блестки не такие, что прямо их видно. Просто так чуть-чуть сияет мелко-мелко. И такая она уже менее плотная, но сияющая. Вот такие два оттеночка. Они доступны, их можно купить. От NYX у меня одна единственная помада, которую я купила, когда ехала в отпуск. Оттенок 620. Понравилась мне эта помада. Вы знаете, она смотрится красиво. Чуть-чуть выбеливает мои губы, делает их светлее. Но... Наносится также легко, вот, сочно на губах смотрится. И когда яркие глаза, то вот какие-то такие розовенькие, но не неоново-розовые, а спокойные розовые такие губы. Немножко такой барбишный вариант. Дальше, что мы с вами посмотрим, это будет... Так, вот я вижу, у нас тут есть от Stellary. Вот от Stellary одна, от Stellary вторая. А,
Вот я еще нашла от Maybelline. Нет, не Maybelline, это от L'Oréal. Ну, давай я ее сюда же отнесу. От L'Oréal эта помада. Ко мне она приехала. Но у нас... Ко мне приехала из Америки, но у нас такие продаются, и их можно найти и купить. Тут зеркальная верхняя часть. Очень удобно, я в нее даже крашусь. Оттенок 140. Давайте посмотрим. Тоже красивый очень стик. Прям на нем видно. Это перламутровая, светлая такая помада. Сейчас она у меня на губах, и с огромным удовольствием я ей пользуюсь. Очень нравится. Она прямо сочно-сочный перламутр такой. Не яркий, светлый, но красивый. Люблю прямо эту помаду. Мне такие идут. Вот так вот оно смотрится. Ну и давайте от Stellaris две штуки у меня есть. Обе люблю. Они из разных серий. Давайте смотреть. Первый номер 30. Воздушный поцелуй называется. Тут прямо нескромные блестки. Их можно даже почувствовать. Если с ней кушать, то можно их и на лице найти потом. Но если ее носить аккуратно и правильно, то она будет смотреться красиво и украшать вас. Тоже будет красиво. Она у меня сейчас в косметичке месяца, и мне она очень нравится. Я ее с огромным удовольствием использую. И второй оттенок, номер 32, называется «Подиум». Ну, тут уже беспроблемная помада. Никаких блесток, никакого шиммера нету. Она ложится так же плотно, как и многие, которые я сегодня показывала. Так, фокус. Фокус растерялся. Видите, какой тут блеск. Вот, и вот такая она уже спокойная. Она прямо как маслица ложится. Если некоторые как-то более по суше, то это прямо как маслица приятная. Никуда не растекается, хорошо носится. Вот. Единственное, вот капризная немножечко вот эта помада, вот, которую я назвала блеском. Вот это. Видите, она так даже наносится, как-то вот немножко плывет. Вот если вам видно. Вот, поэтому ее лучше с карандашиком. Можно даже с прозрачным карандашиком, чтобы она никуда не уплывала. Иначе может быть сюрприз. Стираю эту партию. Не устали? А то я могу долго рассказывать. Так, сейчас сотрем. У нас еще блески впереди. Ну, мы на две части разделим. Я сейчас часть сниму. А, наверное, Avon и блески мы с вами оставим на вторую часть. Дальше давайте покажу вот эти две малышки. Они мне так нравятся. Вообще, когда мини-версии изготавливают компании, это так классно. Во-первых, мне нравится, что у них вот эти вот стразочки. Это у нас, сейчас покажу, что это. Вот. Clarins, да? Люблю я эти помады. Они обе разной текстуры. Огромное спасибо Оле, которая мне прислала их. Иначе бы я никогда не попробовала эти помады. 07 оттенок. Она у меня уже совсем к концу подходит. Они и были такие мини-версии, немного. Вот она такая полупрозрачная. А на губах ложится ровно, красиво. Когда яркие глазки, мне прямо очень нравится ее использовать. Вот, к сожалению, она у меня убегает от меня, уже заканчивается. А вторая в 705 оттенке. Тут уже более плотная текстура. Мне кажется, если это из одной серии, то каждый цвет с разной текстурой. А если это из разных линеек, то тут уже более плотное нанесение. И смотрится вот так. Ну, видно, что они разные. Этой у меня побольше осталось. Ну, тоже в Project Pen, чтобы уже сильно долго не копить помады, которых на донышке. Поэтому они у меня в этой программе.
Давайте покажу еще вот эту вот узенькую малышку. Я не знаю, что это за фирма. Это мне из Америки тоже вот Оксана присылала. Может быть, это их компания какая-то. Напишите. Я не знаю, вот прям впервые вижу. Тут прямо вес совсем крошечный. Смотрите, какая помада интересная. Она идет как карандашик. Вот такой стик. Она матовая. Даже в какой-то мере стойкая, потому что я с ней пью кофе, и она остается на губах. Когда подсыхает, я ее дотрагиваюсь, например, до нее, и она не отпечатывается. Немножко коралловый, розово-коралловый такой оттенок. Вот. Вот такая вот. Понравилась. Сначала думала, это не мой оттенок, а ношу. И вы знаете, она экономная. Я ей пользовалась много раз. Я вроде крошка. А благодаря, может быть, ее матовой текстуре, она мало как убывает. Это хорошо. На дольше хватит. Ставим из такой, ну не такой же, а из матовой тоже серии. Есть у меня от Vivienne Sabot в 212 оттенке. Я ее купила ошибочно, хотела другой оттенок, но в магазинах свет такой яркий, что очень сложно увидеть тот оттенок, который тебе нужен. Прямо очень плотно ложится. Вот так. Я ее наношу часть на губы и потом другой кисточку. То есть вот на этом спонже много продукта. И другой кистью разношу уже по губам, чтобы было чуть меньше продукта на губах. И тогда она лучше ложится. Но любимкой моей не стала и пользуюсь крайне редко. Потому что не рассчитала с цветом. Далее. От Oriflame, наверное, я покажу. Раз, два, три у меня есть помады. Вот эти две, я так думаю, это одинаковые, только переизданная серия. И есть одна The One. Давайте я вам покажу. Тут, наверное, есть какие-то данные. Кверх ногами. Вот такое название имеет. И вот такой вот цвет. В рыженький немножко уходит. Вроде нюд, но такой в кирпичик. Нюд. Так, камера моя садится. Наверное, вторую часть я сниму дня через два, а то мы уходим из дома с ночевками. И вторая вот от Oriflame. Очень люблю эту серию. По двум причинам. Во-первых, мне нравится очень... Опять кверх ногами, да? Во-первых, мне нравится очень, что 4 грамма в каждом стике. То есть она прямо очень большая. А во-вторых, мне нравится, как она наносится. Она, конечно, капризненькая немножко. Видите, она деформируется тут сбоку. Стик болтается. Там это недорогая серия. Такой дешевенький футляр. Но мне нравится, как она себя ведет. Я не сторонник матовых помад. Вы уже, наверное, это поняли. И поэтому вот все, что блестит, мне нравится больше. Просто это мне идет. Мне матовые только под определенные случаи идут. Так, опять кверх ногами. Да что ж я. Вот. Вторая вот такая. Название видно. Она чем-то похожа на первую. Фокус. Но чуть-чуть отличается. Вот. Тоже. Ну, это уже у меня поубавилось. Хорошо, видите, стик коротенький. Тратятся. Все равно тратятся. Помады я люблю, и они от меня уходят потихоньку. Так, еще вижу вот из этой серии одну. У меня было две, я, наверное, вторую подарила уже. Да, вторую не вижу. Значит, подарила. Покупала, вы знаете, я вот эту вот помаду Fix Price, оттенок 12, и мне она понравилась.
Она чуть-чуть подсушивает губы, чуть-чуть, поэтому под нее бальзам наношу. Видно, небольшой перламутр тут есть. Но кто не любит помады, которые чуть-чуть подсушивают, то не понравится. Она так немножко сама по себе суховата, поэтому под нее бальзам. Пользуюсь ей не часто, но в коллекции, вот видите. Хотелось попробовать, что же за помада в фикс-прайсе. И вот она у меня теперь находится. Далее из помад все. Вот от Faberlic вижу еще вот такую. Там уже блески. Ну давайте вот эту помаду от Faberlic еще покажу. 41.095. Была где-то еще одна. Ну, возможно, я ее подарила. Вот такой вот стик. Она выдвигается. Очень сочный цвет. Вот такой вот. Обычно у меня более спокойный, но вот прям видно, которые более яркие, они у меня дольше живут в косметичках, потому что я ими пользуюсь только под определенные случаи. Давайте вот эту еще покажу. Это помада с одной стороны, бальзам с другой. На китайском сайте брала, не знаю, что за фирма. Многие меня спрашивают, не боюсь ли я брать в Китае. Ну, во-первых, не боюсь, если коротко. Во-первых, Китай, он обслуживает почти все страны, во-первых. Во-вторых, они держат лицо, и если у них помады и тени и дорогие, хорошего качества, то многие пользуются, и все замечательно. То есть я покупаю не где-то в подворотне, а в магазинах, которые держат марку и переживают за свое лицо. Вот так она смотрится. Я много нанесла, много не надо. Вот. И вот так вот. Перламутровая, нет, не перламутровая, она скорее с блестками. Вот эта помада. Пользуюсь не часто, но такая неплохая. И с этой стороны блеск тоже не часто использую. Но он такой классненький. Вот. Он совсем спокойный и хорош, когда, вот, например, если взять вот это вот подсохло, видите, вот матовая, которая из вот узенькая. И вот мы можем сейчас на ней посмотреть, как на ней смотрится блеск. Можно прямо чуть-чуть в серединку губы, и будет небольшой отцвет. Так, это сюда все, наверное, на сегодня. Остальное мы с вами посмотрим позднее. Единственное, что я, конечно, наверное, запутаюсь за 2 дня, пока меня не будет. Но ничего. Это мы сейчас уберем, а остальное я оставлю. Мы посмотрим во второй части дня через 2. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, первая часть вам была интересна. Всем пока!